Дед Мороз разве может такое дарить? Я просто в шоке. Поздравляю всех с Новым годом! Желаю, чтобы ваши мечты сбывались. А мы приступаем открывать подарки. И, кстати, вы пишите в комментариях, что вам Дед Мороз положил под елочку. Мне будет очень интересно почитать. А мне Дед Мороз, посмотрите, сколько подарков подарил. И, кстати, я у него вообще ничего не заказывала, ну, кроме сестры. Кто еще не видел того видео, ссылочка будет в описании. Переходите и смотрите. И кто любит Новый год, ставь лайк под этим видео. И не забудь подписаться на канал Наша Маша. И нажать на колокольчик. И мы приступаем распаковывать мои подарочки. Я хочу начать с вот этого вот. Ну что, смотрим, что в этой маленькой коробочке. Что это такая за коробка странная? Коробка сен. Это вот такой вот слаймик. Не, это жвачка для рук. Ладно, давайте сейчас распаковывать. Вау! Это вот такая вот серебряная жвачка для рук. Она очень мягкая, она такая серебряная. Класс! Прямо новогодняя. И очень мягкая. Посмотрите, как медленно можно ее растягивать. Но какая она красивая. Потому что если ее быстро растянуть... Посмотрите, как она медленно растягивается. Теперь как быстро. Ну, вот видите разницу. Праздничная и красивая жвачка для рук. Давайте открывать дальше. О, а что это за мешочек такой? Конфеты. Давайте посмотрим. 1 килограмм конфет. Посмотрите, они почти такого же роста, как я. Ну, конфеты. Вообще, первый раз такие вижу. И очень приятно удивлена. А теперь давайте посмотрим, какие конфеты в этой коробке. Ух ты! Два! Три! Четыре! Смотрите, в этой коробке были 4 вот таких наборчика с конфетами. Такие вот конфетки. И давайте еще смотреть, что там. Шарик Лол, блинк серии. Это моя любимая серия. А знаете, почему она любимая? Потому что она новогодняя. И этот шарик можно вешать на елочку. Давайте его распаковывать. А, кстати, в этом пакетике еще что-то есть. Так что не переключайтесь. Так, какая тут подсказочка. Литер он поинт. У меня еще нет такой куклы 100%. Открываем быстрее. Сара, уже можешь понять, какая там кукла? Что это? Ботиночки. Вот такие вот ботиночки в первом пакетике. Это, кажется, она! Смотрите, во втором пакетике умненькие очки. И этим пакетике. Возможно, это она. А в третьем пакетике у нас вот такая вот классная банка-бутылка. А в четвертом пакетике что? Сомнения. Вот такой вот наряд. Маша что? По первым аксессуарам была уверена, что знает, какая кукла. Сомнения. Одежда ее ввела в тупик. И Маша теперь не знает, какая же куколка. Итак, какая же кукла у нас? Какая? Да, это она! И ага. Это какая классная, смотрите, у нее татуировочка на ножке, и там написано «Мам». Pink Baby. Pink Baby. А смотрите, какие волосики у нее классные. Она блондиночка, и все в глиттере у нее, вся блестящая. Кстати, куколка. Она в этой серии одна блондинка. И вот такая вот куколка у нас попала. Что, давайте вешать эту куколку. Классный у меня, конечно, шарик попался. Но давайте продолжать. Что у нас еще в этом мешочке есть? Мешочек в мешочке? Странно. Вау, посмотрите, какие шарики на елочке. I love Christmas. Это же сережки! Классно! Вот
такие вот сережки мне подарил Дед Мороз в виде елочных игрушечек. В маленьком мешочке больше ничего нету. Ну, как сумочку можно носить. Давайте смотреть, что-то еще есть. Там, в большом пакетике. Мешочек. А Дед Мороз разве может такое дарить? Я просто в шоке. Вы это видите? Что-то из Пандоры. Что же это такое? Давайте открывать. О, а это что там такое? Тоже с бантиком. Интересно. Может, это колечко какое-то? Это шоколадки Пандоры. Посмотрите, какие они классные. И на коробочке написано: «Поздравляем с Новым Годом!» И само украшение. Что же это такое? Интересно, это колечко, ожерелье или диадема? Или же браслетик? Ну, показывай, показывай. Посмотри. Смотрите, это браслетик Пандорка с шармиком. Смотри, какой шармик красивый. Красивое сердечко, замочек с маленьким ключиком. Ну что, Маш, примеришь? Да. Класс, я так давно мечтала о браслетике Пандора. Как же Дед Мороз угадал? А главное, не спадает. И размер еще и угадал. Дед Мороз реально волшебник. Посмотрим, что еще в этом мешочке. Больше ничего нету. Хорошо, давайте откроем. Вот это мне подарочек. Что ты думаешь в этой коробочке? Сюрприз. Какой-то сюрпризик. Что в этой коробке? Полная коробка сена. Опять тебе досталось сена. Конфеты. Ух ты! Это папа когда-то Маше привозил такую коробку конфет, она ей очень понравилась, но очень быстро закончилась. Поэтому Дед Мороз тебе подарил еще такую же коробку. Давай откроем, посмотрим, какие там есть конфетки. 1, 2, 3. Вау! Смотри, тут целый зоопарк. Я бы хотела... Что это такое? О, попугай. Попугайчик. Это какой-то... Это ленивец. Да. Кто тут еще есть? Бегемотик. Бегемотик. Еще какая-то. Это жираф. Ой, жираф, верблюд. А вот еще зебра. Зебра почему-то зеленая. А вон еще двухцветная. Смотри. Что? Ой, обезьянка. Я себе взяла вот такого бегемотика. А Маша что берет? Покажи. Все подряд. Маша берет все подряд. Ну что? Отличные сладости. Мы продолжаем. И следующая коробочка какая? Вот эта. Вот эта коробочка для моего двоюродного братика Владика. Привет, Владик! Мы тебе обязательно передадим. Дедушка Мороз и нам под елочку положил твой подарочек. Держи. Я еще, кстати, из этой горы ничего не распаковывала. Ну давай с этой стороны возьмешь какую-то коробочку. Вот тут. Вот эту коробочку. Что в этой коробочке? И в этой коробке у нас... Для моей собачки! Вот это вот такие вот вкусняшки Педигри. И вот такой вот олень. Давайте сейчас снимем с него бирочку и дадим моей собаке. Ну это не совсем олень, это какой-то... Овца. Овечка. Милка. Ой, какая игрушка! Мил. Ух ты! Давай ей, держи, Мила. Держи, на. Мил боится его поломать. Ух ты, какая игрушка! Милка, принеси. Принеси. Давай, неси, Мила. А вкусняшку хочешь? Ой, тут еще вкусняшка есть? Да. На. Ой, и вкусняшка. Все, ушла. Мила сказала спасибо и убежала. И продолжаем распаковывать подарочки. Конечно, там еще столько коробочек разных. И следующая коробочка. Подозрительно легкая.
Ну и давай посмотрим, что в этой коробочке. Опять легкая коробочка? И что в ней? Сено. Это сено, а в сене что? Вот такие вот две подвесочки, смотри, с котиками. И там вот есть маленькое сердечко, на котором написано Best Friends. И ты, если захочешь, одну подвесочку оставишь у себя, а вторую подаришь своей лучшей подружке. Классно! Я давно мечтала о такой штуке, только не знала, где ее купить. Ну что, давайте продолжать. Давай, чем тебя еще удивит Дед Мороз? Это у нас за коробочка. Что в ней внутри? И... опять солома. Что внутри солома и... золото! И слиток золота вот такой вот огромный. Давайте открывать. О котором Маша мечтала. Ага. А расскажи, что это такое? В этом наборчике может быть какой-то драгоценный камень. К примеру, алмаз или изумруд. Или же просто обычный камушек. Это вот такое вот золото. Археологические раскопки. Сейчас посмотрим, что там внутри. И что там. Раскопки нужно делать. Там вот такое вот золото. Вот такая вот увеличительная лупа. Молоток. И специальный инструмент, чтобы можно было расковыривать этот слиток. Смотрите, там золотой песок. Посмотрите. Нам уже виден камень. Пока непонятно. Сейчас Маша раскопает до конца этот камушек и покажем вам. И вот самый ответственный момент. А, смотри, какой камень. И вот что мы нашли. Какую-то соль в этом наборчике. А мы продолжаем дальше распаковывать мои подарки. Ну что, я выбираю следующий подарок. И что следующее ты откроешь? Вот эту коробку. Открывай. Интересно, что там будет? Вау. И что тут? Что в этой коробке? Это пенал. Какой? Переливашка. И что это? Это что-то новое! Вот такой вот пенал внутри с жидкостью и с разноцветными блесточками. Ой, еще тут пушочек вот такой вот. И еще вот такой вот миленький пушочек. Так, еще можно мяч. Так прикольно будет. И там плавают такие блесточки. Главное, сильно карандаши не точить, когда ложишь в этот. А то будет в рюкзаке у тебя наводнение. Наводнение с блестками. Ладно, давайте такой мне еще. Дед Мороз принес наборчик с конфетками. И что там внутри? Прямо как елочная игрушка шарик. Ага. Конфетки. А внутри вот такие вот сладости, угощения. Давайте дальше смотреть, что там. Так, вот эту коробку для моей двоюродной сестры Лейлы. Так что я откладываю ее. Какую же открыть? Большую красную или золотую? Эньки-бэньки ели вареньки. Вот это классная. И вот такая вот большая, огромная коробочка. И опять полная коробка соломы. А в ней что? А в ней... знаешь, что это, Маша? Нет. Это новинка, как куклы Лол, только называется Hair. Дорбл. Это вот такой вот шкафчик. Неизвестно, какая внутри куколка. 36 куколок коллекции. Вот такие, смотри, вот, Маш, могут быть девочки. Тут внутри 11 сюрпризов. Давай в следующем видео ее откроем. Покажем, что там внутри, какая там куколка у тебя попадется и какие сюрпризики. Окей, в следующем видео ждите распаковочку вот такого вот сюрприза Лол с волосами. Ну что, давайте дальше распаковывать подарочки. И у нас еще там остались коробочки. О, там какой-то пакетик. Это что-то такое интересненькое. Шампунь. Это гель для душа. С ароматом роз. С ароматом розы. Понюхай, какой он ароматный. Ах, просто я аж отсюда чувствую аромат. Это с натуральной розовой водой, с розовым маслом. А это что? А это у нас блеск для губ.
Бальзам для губ. Бальзам для губ с ароматом розочки. Это необычная мочалка, которая пропитана насквозь мылом. И сразу же этой мочалкой можно мылиться. Угу. Это два в одном. И мочалка, и мыло. Класс! Она тоже такая ароматная. Что еще у нас в этом пакетике? Мыло. И вот такое вот мыло, тоже пахучее и ароматное, с ароматом роз. Давай еще смотрим, что в коробочках. Так, остались вот такая тяжеленькая коробочка, да? Ну, не сильно тяжелая, но тяжелая. Так, и что в этой коробочке? Что там? Капсула Лол новенькая! Это новая вторая волна. Капсула. Можно ее распаковать. Может быть, тоже в следующем видео. В этом хочешь? Ну, давай. Открываем в этом видео. И под первым слоем у нас лупа. Вот такая вот лупа. Так, что у нас под вторым слоем? Тут подсказочка. И тут у нас стрелочка вниз и рыбки. Это что-то под водой. Да. Может, тебе русалка попадется? Может. Может? Давай дальше. Открываем. Снимаем третий слой. Давайте посмотрим, может, коды уже другие у второй волны. Давай, проверяй. Нет, такие же. И достаем сюрпризики. Огонь? Нет. Что там внутри? О, какая красота! И что тут? Смотрите, какой костюмчик! Просто супер! И во втором пакете у нас туфельки. И вот черно-белые туфельки красивые. Ух ты, какая необычная бутылочка. Бесконечность! И сердечко открылось. И пару пакетиков с аксессуарчиками. И что тут? Ожерелье. Вот такое вот ожерелье. И еще аксессуарчик. Что тут? Посмотрите, какая кепочка миленькая. Классная. У нас будет куколка, девочка в кепочке. Какая у Маши кукла. Это русалка. Я под водой. Под водой. А смотрите, какой необыкновенный цвет самой вот этой капсулы. У нее так голова шатается, как будто бы у нее нет головы. Тут еще какие-то есть все а же. Мы сейчас там третья волна есть. Вы видите, какая там кукла Маша? Не смотри, не смотри в каталоге, а сразу открывай куклу. Снимай с нее сначала этот купальничек русалки. Какая у нас кукла? Снимай сначала хвостик, плавничок. Давай, давай. И там у нас непонятно какая куколка. Что это за куколка? Чернокожая какая-то. А теперь давай снимаем с нее маску. И там... Мальчик Лол! Мальчик Лол? Нам впервые попался мальчик Лол! Класс! Какой он супер! Вот он в каталоге! Покажи, где? Тут, кстати, мне кажется, третья волна еще будет. Мальчик в серии Art Club. Он может или пипи делать, или плевать. А зовут его Скраблс. Ух ты, сейчас мы его оденем и вам покажем. Это первая кукла-мальчик из всех Лол наших. Этот мальчик очень редкий. И вот такой вот мальчик Лол у нас попался в капсуле. Вторая волна. Маша очень довольна. У меня вообще не было вот мальчика в Лол. И он, кстати, один во второй волне. Распаковываем дальше. У тебя еще там есть несколько коробочек с подарками. Вот эту розовую ты еще не распаковывала. Ага, я ее и буду. Давай, бери ее сюда. И смотрим, что в этой коробке. Пандора! Тебе же уже... Две Пандоры! Тебе же Дед Мороз уже дарил Пандору. Может, он перепутал? Давай, открываем. Начну и смотрим. Пакетика. Давай, что в этом в первом пакетике? Открывать. Это шармик какой-то. Мешочек, значит, там... Шармик. Может быть, колечко. А может быть, шармик. Давай, что шармик! Это? Ух ты, смотрите, это знак бесконечности, бесконечная любовь, бесконечное счастье. Бесконечное здоровье. Здоровье и бесконечная удача, держи. Смотрите, и шармик с бесконечностью мы уже добавили на Машин браслетик. Теперь давайте посмотрим вторую Пандору. Теперь посмотрим, что во втором пакетике. Это какие-то чудеса. Тут тоже, возможно, колечко или шармик.
И давайте смотрим, что же. Может, все-таки колечко? Давай, что же в этом пакетике? Шармик! Шармик, ты на ощупь определила? И да. Какой там шармик? Ух ты! И смотрите, тут шармик, на которой карта нашего мира с маленькими. Смотри, тут еще камушки есть. Класс. Сердечки, и в них камушки. И написано на этом шармике: «Вокруг света». Маш, ты же любишь путешествовать? Да! Дед Мороз знает, поэтому он подарил тебе вот такой вот шармик на твой браслетик. И вот на Машином браслетике уже 3 шармика. А сейчас я вам передам приветики. Привет, мои любимые подписчики! И вот я уже и распаковала все подарки, которые были для меня под этой елочкой. И всех с Новым годом! И всем, кому понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал «Наша Маша» и нажимайте на колокольчик. И всем пока-пока! Мы надеемся, что Дед Мороз на этот Новый год всем вам принес те подарки, которые вы заказывали и о которых вы мечтали.